Всем привет, это Science Daily, новости науки и космоса. Космическое агентство НАСА представило аэрофотоснимки в высоком разрешении, полученные камерой вертолета Ingenuity в новом местоположении Сиита на Марсе во время 9-го полета, который состоялся 5 июля. В ходе этого полета мини-вертолет побил сразу несколько рекордов. Он пролетел 625 метров, ориентируясь по этим аэрофотоснимкам, над местностью, которая недоступна для марсохода Perseverance. Время путешествия составило 167 секунд. Цветные снимки делались на бортовую 13-мегапиксельную камеру. Максимальная скорость полета составила 5 метров в секунду. Недавно марсианский вертолет получил второе обновление программного обеспечения и теперь готов продолжить работу с ровером и обнаружить признаки наличия воды в жидком состоянии в прошлом.